В Ботлихском районе задержали жителя селения Ансалта, который на автодороге Ботлих-Рахата-Белиди на машине сбил сотрудника ДПС. Инспектор получил травмы различной степени тяжести. По версии следствия, 34-летний мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает МВД Дагестана, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к административной ответственности и уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. По факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Умышленно совершил наезд на инспектора дорожно-патрульной службы ОМВД России по Ботлихскому району, который нес службу на указанном участке автодороги, после чего скрылся с места происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия сотрудник полиции получил телесные повреждения. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу.